Привет, друзья, с вами Странник, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку Horizon Zero Dawn. Я себе добыл коня. Въеду, так сказать, в деревню на коне. Посмотрим, как они отреагируют. Тихо, ты что делаешь? Давай, просто едем. Неудобно как-то лошадь здесь сделана, прям вот, вообще неудобно. Венец матери. Прямо военный лагерь. Машина все не может прийти. Блин. Я думал, как они отреагируют. Ладно, много квестов, нас это не интересует. Нам нужно поговорить с Марией. Марией. Где Мария? А вот и она. Она теперь искатель? Иди-ка сюда, погляжу на тебя. Девушка с меткой искателя. Стражи тебя ожидали. Ты Марея? Можешь указать путь к Меридиану? К столице Карха? Она к западу отсюда. Но их воины остановят тебя задолго до нее. Пусть попробуют. Я не о том. Тебе нужно пройти через перевал, и там стоит форт Карха. Говорят, Карха закрыли границу, чтобы не пустить к себе зараженные машины. Если я перебью больные машины, границу откроют? Возможно. Но я не пошлю с тобой воинов. Да, я и так справляюсь. А зачем они мне? А ты справишься? Сама, в одиночку. Я хорошо стреляю. Надеюсь, что настолько хорошо. Возражение, форт Карха, защита деревни. Мне пора, мне пора. Я пойду. Да, давай. Ладно. Будь осторожна, Элой. Я надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Да, я тоже надеюсь. В чем у нас тут есть? Костер, торговец. Давай сохранимся. Посмотрим, что у торговца есть. А, надеюсь, ты за покупками. Мне нужны осколки. Ну, так, надеюсь, у тебя есть что купить. Наверняка ведь. Не знаю. Так, оружие, шняга. Ну, короче, все то же самое. Если бы тебе продавался эта кристальная штука, я бы ее купил бы у тебя лук. Точнее, прощу. Броня. Сердце скараба. Не знаю, кто это такой. И даже не понимаю, что эти штуки дают. Вот 15 сопротивления. Это круто или нет? С учетом, что это 1% там из много полосочек, то это какая-то хрень. Вот это, кстати, я так подумал. В теории там больше скрытности, но такое себе. Может быть, конечно, и хорошо, но не знаю. Сердце бурдюка. Такого вообще не слышал. Зелье фигня. Я пока не сталкивался с тем, что мне нужно что-то там для зелий. Коробка с особой модификацией. Вау. Вау, вот откуда берутся модификации. Нужно много осколков. И, я так понимаю, можно бесконечно покупать их? Угу. Короче, я за кадром начну геноцид монстров и буду с них все продавать. Коробка с бесплатными образцами забираем. Сундучок с азартным игроком. Давайте это попробуем. Давай все куплю, пока могу. Посмотрим, как мне повезет на этот раз. Потратил я, получается, сколько, 100 монет? Да, прощай, нифига у тебя нету. Спасибо. Коробки купил. Насколько ты меня кинешь? Так, где у нас сундуки? Ой, тут что? А, это вот эти сундуки. Коробка с комплектом собиратель деталей. Давай посмотрим. Фигня. Оружейная спираль. Взять все. Бесплатно забираем. Азартный. Один. Камень. И что мне закрыть? Еще камень. Блин, что мне делать? Надо выкинуть свое, прежде чем. 10. 7. 8. 2. Камень, понятно. 10. 15. Короче, ну, грубо говоря, 4 окупилось, все остальное нет. Отстой. Еще и вот это надо как-то выкинуть. А вот эру держать, выбросить. Короче, понятно, больше в эту хрень не играем. Так, здесь есть много квестов. Берем их, не берем. Зараженная зона. О, сколько тут зон зараженных-то. И вот еще зараженные. Много квестов. Наверняка будет сходи туда, принеси то. Опа, я потом сам их сделаю. Давайте, ладно, один возьмем какой-нибудь рандомный. Давайте. Ну, он тот самый далекий. Не, давай вот этот в домике. Нет, по-любому будет принеси, подай.
Можно мне тут подсказку скрыть, пожалуйста? Тут убить кого-то, здесь что-то принести, найти. Давай, ладно. Воин, Винцу матери нужна твоя помощь. Ну давай, говори. Моя? Ну ты же ведь воин, да? Нет, я искатель. Нужны шкуры кабанов. Наш швец уже стер руки в кровь, зашивая плащи и доспехи. Кабанов много на востоке, за водопадами. Но там объявилась машина. Я испугался, когда ее увидел. Спрятался. Скинул лук, и вдруг... Не надо стыдиться, главное, ты выжил. Да нет. У меня кольцо соскочило. Это был мой талисман на удачу. Мать моей матери давным-давно сделала его из челюсти машины. Ты так зависишь от кольца? После всех бед, удача мне нужна позарез, как племени шкуры. Постараюсь помочь. Если найдешь, буду признателен. Я буду ждать здесь, в лагере, у костра. Короче, понятно. Тут шкуру добыть. Перебить машину и добыть шкуру, а здесь... А, это ты. Была изгоя, теперь искатель. Владеешь луком и копьем. Иные говорят, даже лучше всех. Похоже, ты хочешь бросить мне вызов. Неинтересно. У меня есть дела поважнее. А, понятно. Искателю некогда общаться с простыми Нора. Надо машины ловить и всяких разбойников. Ну, действительно. Ну, с зараженными машинами я не дрался и с бесами не плясал. Зато набил солнце с угодий во встрече долин. А ты? Или ты так далеко еще не забредала? Охотничьи угодья, несколько солнц. Ну, несколько солнц я тоже набил. Я сразил машины с помощью трех видов стрел. Морозильных, огненных и электрических. Хочешь пройти испытание? Сперва подготовься. Хотя искатель всегда и ко всему готов, так ведь? Слушай, а ты ко всем так цепляешься? Не, только к рыжим искателям с громким именем. И часто попадаются? Ну, за сегодня ты первая. Если отыщешь охотничьи угодья, попробуй взять сияющее солнце. И тогда ты меня одолела. Сделаю. Ну, вообще-то я это прошел уже. Как бы, вот это разве не оно? Где? А, вот еще одно охотничье угодье открылось. Ну... Короче, понятно. Думаю, остальные квесты плюс-минус те же самые. Пойдем тогда посмотрим на зараженные машины. Почистим эти штуки. Так, а где моя лошадь? Шинуса не может зайти. И как она, интересно, здесь появится? Мне прям интересно сейчас проскачивать сквозь город. Вокруг побежала, что ли? Блин, подстава. Ладно, сохранимся. Я потом сделаю эти квестики. Там ничего такого серьезного. Где ты, лошадь моя? Уж сделали, чтобы она телепортировалась-то. Бесполезно лошадь, если честно. Добежала, добежала. Молодец какая. Так, у нас есть... А, это несколько зон. Я понял. Ладно. До следующей побегу. Пошли со мной. Опа-на. Олень. Так, все, успокойся. Я тут уже нашел цели. Он сказал, морозная, огненная, электрическая стрела. Мне есть только огненная. Электрическая есть, а вот морозной нету. Надо будет где-то найти. Но это, скорее всего, надо будет купить нитимёт. Так, давай две стрелы попробуем. Зараза окутывает эти машины, как облако дыма. Нужно их уничтожить. Ой, как ты больно бьешь-то.
А у меня тоже появился значок вот этот такой плохой. Ну чё, давай. На тебе. О, я в какую-то кляксу наступил. И чё мне с этой делать штукой? Я перебила все зараженные машины в долине. По крайней мере, сколько нашла. Сталежок. Надо поговорить с солдатами в форте Карха. Может, теперь меня пропустят? Нет, там же у тебя еще есть метки. Это отрава. Она как будто пожирает металл. Может, из-за этого машины сходят с ума? Может, еще пригодится. В смысле пригодится? Это... Ты про что говоришь? Про вот эту? Сталежок — это обычный ресурс, является основным компонентом для изготовления зараженных боеприпасов и ценится среди торговцев. Типа вот это, наверное, и есть вот эта гадость. Ладно. Там нормально ли? Ничего, зачистил реально, что ли? Блин, ну если честно, это... Как-то даже это... Маловато. Сейчас травку соберу, подожди. Ай, ладно. Тогда поскакали дальше. Здесь я проскочу. Да, здесь проскочу. 1000 метров, блин. Ну ладно. Хоть лошадь приручил. Сейчас побыстрее будет пробежать. Было бы здорово, если бы я могла перескочить в прыгнуть. О, типа я могу потом в будущем перехватывать? Она говорит, если бы научиться. Наружная зона питания машин. Так. Меня там... О, подожди, это новый монстр. Меня тут сейчас херачить будет. Так, ладно, слазим. Ой, что-то я там еще нашел. Цветок, да? Они даже просто так? Металлический цветок. Сдохну. Тихо. Бодаешься мне тут. Кто тут еще? Всех перебил. Так, хочу посмотреть на нового монстра. Там какой-то это быкоподобный. Где-то здесь он был. Вот он. Туловище. Ну, это такой же, как у лошади. И рога, короче. Это помесь лошади и оленя. Вот и все. Ничего тут нет. Интересно, а его можно взять под контроль, как лошадь? Да, можно. Ой, у него что-то отвалилось. Дуголоб. Слушай, это поинтереснее штука. Кстати, бодается он точно так же. Вау. Мою лошадь там почти сломали. Тихо. На тебе. Я успел ударить первый. Все, всех завалил. Ты живой? Хорошо. Так. Огнежар. Ну, короче, ничего необычного. То же самое, что с обычных лошадей падает. Ну, ладно. Зато... О, что-то собрал. Коробка с компонентами, собиратель деталей. С них даже коробки падают. Прикол. А, ну я такую уже видел, да. И сердце. Кстати, это сердце-то мне нужно было для обмена чего-то. Ладно, поскакали дальше. Так, а дальше нам, ну, все равно далеко скакать. Ладно, побегу напрямую, а там посмотрим.
Кстати, еще прикольно сделано, что вот эти машины, вот тараном просто бежишь. Нац. Долго же они собираются. Почти развалил. Так, я бегу, бегу. За мной. Бегут. Так, 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 мостик, 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 мостик. Оглушил. О! Это кто такой? Подожди, это тот... Господи! Так, возьмем-ка вот эту штуку, наверное. Зуб, да, я такого убивал. Так, тихо. А, живу, живу. Так, давайте броню развалим все. Ой-ой-ой-ой. Килимся, килимся, живем. Может быть, что-нибудь вот такое попробуем? Теперь что-нибудь вот такое вот. Так, давай-ка мы от тебя избавимся. О, живу. Давай еще такую поставим. Так, возьмем это, посмотрим, что там у тебя. Огонь. А, эту штуку я тебя сбил уже, да? В смысле, ты серьезно меня отвернешься? Давай на огненную ловушку, ну давай. Фу, это было плотно. Вот эта тема. Так, тут добиваем. Здесь у меня нет вот этих штук. Блин, откуда они там выпадают, не помню. Ну, кстати, электрическая ловушка вот это вообще хорошо помогла прям. Пила зуб. Осколки, морозная вода и что там еще? Скровой разрядник. Откуда эта штука падает? Я что-то не помню. Ресурсы. Вот это мне. Долгоног, буревестник, камнегрыз, торговца. У торговцев в теории можно купить. Наверное, не в начальных городах. Так, что там с моим конем-то? Он это, победил эту штуку или нет? По-моему, проиграл, да? О, спираль электричества. Так, короче, мой конь проиграл. Печально. За новым не пойду. Если дальше только что попадется. Я, конечно, тут потратил капец сколько этих растений. Ну, не страшно. Насобираю потом еще. Даже не потом, а сейчас. Так, у меня еще навыки появились, да? Я, кстати, прокачал еще ошеломляющий удар. Ну, кстати, вот он, пилозубы этого ошеломила. Я что-то не получилось. А, я мог типа любые зоны зачистить 15-20 уровня и тогда отправиться в форт. Я тогда, ну вот эту по пути уже зачищу, коль рядом с ней бегу. В детстве это было проще. Кстати, смотрите, тут и прям по земле расходится. Ну, эту зачищу тогда зону, а ту потом уже между сериями там пройдусь.
Вот они, зараженные рыскари. Чё, я не увернусь? Следующий. На тебе. Убийство критическим попаданием плюс 100 опыта. Ха-ха, прикольно. Это ошеломление, не понимаю, оно мне вроде как бы не носит ничего существенного. Здравствуйте. Я из компании Oriflame. Вот он на это насыпал, какие-то вон врага, как будто бы у него. Так. Тихо, тут еще кто-то. Прикольно он удар носит. Все, зону зачистил. Сейчас эта гадость должна отсюда уйти. Вот опять я в нее влез. Так, сохраняемся. Ну и надо скакать до вот этой зоны. Блин, это же далеко. О, зона обитателей дуголобов. Я, наверное, сейчас на нее схожу и заберу себе одну коняшку. А вон они, кстати. На ней будет всяко быстрее скакать это расстояние. Конечно, я это, наверное, просто вырежу, если не встречу чего-нибудь еще необычного. Но самому мне просто тоже будет поменьше времени на это тратиться. Полезная штука. Ну блин, серьезно? Хотел сделать побыстрее, но получилось как обычно. Ладно. Одну секунду, и я уже там. Сонора! Что это за выстрел? Это какие-то прям... Я тут при чем? Я вообще спрятался, сижу. Захвачу. Великой матери стреляют без промаха. Не давайте. Что, проиграли? Мне кажется, они бессмертные. Богиня, направь мою руку. Мой конь херачил его. Красавчик. Так, ну вот, я почти доскакал. Там сражение? Кто-то такая напал башня. На карты? Ух ты. Так, типа слазим. Вот этого я не... А, это я такого бил. Захватчик, враждебная машина. Кстати, я тогда еще не совсем понял. Сейчас уже, наверное, осознал. Вот эти вот у него подсвечиваются области. Это демон. Опа. Вот эти. Надо в них просто много раз стрельнуть, чтобы она отвалилась. Ты че, мою? Давай, отваливайся. Тихо. Хирся. Бля. Надо мелочь переливать, да и площадка неудобная. Это скачет, как кузнечик, блин. Фиг прицелишься. И надо, наверное, лук помощнее взять туда, чтобы биться. Давай сразу возьмем лук помощнее. Может, кстати, огонь попробовать? Я, кстати, вот про эту полоску. Это демон. Вот, которая огонек. Если ее, ну, довести до конца, то он загорится прямо. Сейчас, видите, он не вспыхивает. Опа, нифига себе. Так, я шувернулся.
Давай, давай, вспыхивай. Вот это я поймал. Нет, не поймал. Вон, видели, сейчас огонь появился прям. Перегрелся. Так, тихо. Да блин. Уходи! Эти машины опасны! Так. Еще есть хилочка. Так, сейчас перебью. Так, у меня что, стрелы закончились? Нет. А, в смысле, ты камень сломал? Я за ней же прятался. Да блин, давай скачи. Да беги, давай, я понимаю, трудно, снег. О, господи. Так, надо вот эту хрень добить. Так, ну все, теперь я только на тебя сконцентрировал. Да блин. Все, сдохло. Поистину улыбнулось солнце. Это не солнце рисковало тут шкурой. Ага, солнце улыбнулось им. О, повреждение брони 28%. 75 осколков, нормально. Нормально так вообще. Ну я, конечно, тут и по зельям потратился. Надо будет их создать еще. Ну или, может, насобираем. Блин, жесткая машина. Подойди. Нет, Сань, подожди. Меня тут коня моего убили. Кстати, конь прикольная тема. Он еще и дерется. Он зарядил-то в первый раз, когда этому... Ай, он выжил. Я же, кстати, загрузился точно. Так, лекарства понасобирал. Да, подожди, коня заберу. Жалко, я его не могу там как-нибудь покормить, масло там дать, поменять на зимнее, например. Ну? Теперь-то вы меня пропустите? Ха-ха-ха! Вы слышали? Откройте ворота! И сообщите капитану Балану! Вот, у меня его лук есть. На запад! В Меридиан! Открыть ворота! А лошадка моя где? В смысле, мне вообще ее про... Нет, где-то здесь. А вот она. Меридиан хочу. Путь разбитых камней всегда был тяжел, даже в лучшие времена. Тебе бы поговорить с капитаном Баланом. Он только-только из Меридиана. Ищи его в форте, слева на балконе, что выходит на долину. Ладно, спасибо. О, что конь в кадре есть, спасибо. Ладно, хорошо. Ты избавила нас от машин. Храни тебя свет. Вот жалко, что, ну, не интерактивно. Я же мог быть и на коне. Почему? Вот я же сидел на нем. Чем мне было слазить? Я, кстати, по-моему, не помню ни в одной игре, где бы можно было так вот. Ты на коне приехал, ты и в кадре на коне. Так. Еще новое какое-то задание. Такое же, как где-то здесь я видел. Вот оно. Ну, вот это я, наверное, возьму синенько. Оно какое-то отличается. Постой, то на коне тут бегать не очень. Ух, нифига меня куда отправляет. Это что, основное задание? Основное. Город солнца по следам вождя. Подожди, мне вот это нужно было. Не понял. Город солнца. Блин, я же хотел по следам вождя. Придется вернуться. Сейчас туда возьму, что это за квест. Ты что-то говорил про беды в землях Банук. Что, я это вслух? Да уж, из-за треклятых долгоногов уши стали совсем плохи. Ну, да, говорил. Вернулся вот из зарубки. Думал там разжиться деталями и осколками. И, понимаю, не разжился. Банук только причитают о новых машинах и говорящих душах, а кошельки у них на замке.
Что такое торговый путь без торговли? Просто дорога. Машины души. А что там у них за новые машины? Честно, я даже не знаю. Судя по количеству похорон, такие, от каких лучше держаться подальше. Ну, я не из пугливых. Вот доживешь до моего возраста, может, охота в доме солнца станет тебе больше по нраву. У нас потеплее. Новые машины, говорящие души? Интересно. Ну еще бы, по тебе сразу видно. Что ж, я тебя предупреждал. В горах на северо-востоке есть перевал. Это прямо за кладом смерти. Не пропустишь. На той стороне есть подобие поселения. Вот, может, там тебе и отговорят. Может. Или нет. За совет спасибо. Угу. Что это за новое задание? За перевалом. Путешествие в мерзлой пустоши. Открытое задание. Еще одно. Ну-ка, давай посмотрим. На 30 уровень. Еще больше, чем то. А, ну это вот туда вверх, куда я хотел сбегать от этого открыть. Ладно, на 30-й пока не полезем. Мне бы броню тут открыть. Это нужно где-то найти еще одну реликвию. Так, ладно, тогда я, значит, бегу по основному сначала вот это по следам вождя. По карте нам это куда-то опять назад. Я тут могу тпхнуться? Да, костер есть, я смогу сюда тпхнуться. Тогда тпшимся сюда. Да? И бежим на это задание. Как его пропустил? Я думал, я по нему и иду. А я по какому-то другому шел, оказывается. Так, и вот почти добрался. Какие-то кровяки тут. И чё? Нора смогли завалить демона. Остатки захватчика. Фига, тут все в стрелах истыкано. Может, Сона оставила хоть какую-нибудь зацепку? А, я такого уже завалил. Но прежде убийцы заставили его напустить на них другие машины. По следам вождя. Смотрите поле битвы. Что тут еще смотреть? Много машин. Зараженные, да? Всеми управляли убийцы. Пригнали их целый табун. О, ты кто? Воин, подойди. Все перебиты или ранены. Есть тут воины или целители? Я одна. Ты ранен. Что случилось? Все сразу. Там просто кошмар. Сона отправила меня с донесением. Все равно от меня толку нет. Сона нашла убийц? Варл сказал, что Сона выследила убийц. Она их нашла? Мы шли по их следу, но они раз за разом насылали на нас свои машины. Я уже не мог идти быстро. То есть эти типы наслали машин, которые... Сона отправила меня назад передать, что она продолжает погоню. И где она? Варл отправил меня искать Сону. Ты знаешь, где она сейчас? Могу сказать, где мы расстались. У железной башни к юго-востоку от руин в жажде беса. Иди туда, в сторону холма с одиноким камнем. Я вернусь в объятия и доложу обо всем Варлу. Пусть хранит тебя богиня. Без нее... тебе не выжить. Да не, нормально. Я вообще бессмертный. Так, ну я там был, сейчас бегаю. Интересно, вот видели там вот этого большого? То есть и им кто-то даже мог управлять, а я смогу потом? Ну, знаете, как некромант там призвал свое чудовище. Блин, опять далеко бежать, а? Вроде есть тут лошади, а он тут от них, он перенесся, и все, нет уже лошади. Так, железную башню нашел, и вот где-то вон на той скале. Так, а как туда забраться-то? Видимо, это и есть холм, о котором говорил тот воин. А, ну вот, забрался. Вот тут, ну, целая эта полянка. Куда она пошла дальше? Посмотреть местность. Наконечники. Воины мастерили здесь стрелы. Почему их оставили их? Что еще можно увидеть? Мясо свежее. А, во, мяско. Сона с отрядом должна быть близко. Здесь они сделали привал. Наверняка они очень вымотаны после сражения. Куда они ушли?
Ну, может быть, это следы там можно как-то, нет? Лук даже бросили. Этот лук долго и верно служил хозяину. Никто бы не стал бросать его. В отряде сон и потери. Чего тут еще можно посмотреть? Это бинты. Тот воин не единственный, кто был ранен. Да господи, что тут еще есть? Надо посмотреть через визор. Так, вижу, бегу. Бегу, сейчас спасу. Фига тут крови. Тут следы. Следы и кровь. Сона с отрядом шла к тому хребту. Постройки. Ой-ой-ой-ой. Как хорошо, я успел увидеть. О, зараженные. Так. Первый удар. О, нифига себе. Как эту заразу лёг. Кстати, она походу отнимает хпшечку. Хотя бы первый тик. Или нет? Непонятно. Так, зараженных убили. Я так понимаю, мне так объяснили, что от них избавляться правильно. И тут они все вот эту полосу препятствий приходили ранеными. И че, куда дальше? Остатки машин, кабан. Куда дальше-то? Мертвый Белозуб. Может, его убили люди Соны? А, вот это Белозуб. Нифига он большой. Только черный. Почему-то я убиваю, они такими черными не становятся. А этот черный весь. Белу подобрал. Еще один. А я там копошусь. Да, одной стрелой сбило. Не, ну красиво, прикольно, эффектненько. Я нашел ее. Повезло тебе сейчас. Еще мгновение, и Белозуб разорвал бы тебя на куски. Нифига. Полмгновенья, я уже убивал. Сама его убила. Так вы есть вождь Сона? Варл послал меня. Он защитил врата? Да. Да, доблестно. Я видела, как он сразил машину, но он за вас боится. Нашему племени нужна сила, а не страхи. Я нашла убийц, напавших на племя. Я жажду мести. А ты? Ну, конечно, там же... О, да, еще как. Погиб батя. Мне нужна твоя сила. Идем. Пойдем. Куда? Убийцы вот за этим гребнем роются в проклятой земле. Там похоронен грех предтеч. Машины-демоны. Я про них знаю. Убила одну у дозора матери. Ча, подожди, я сохранюсь. Смелое заявление. Подкрепишь ли ты его делом? Так я уже завалил. Две даже таких машины. Блин, только стрел не... А, ну хотя можно попробовать его этот. Электрической стрелой ошеломить. Кстати, надо сразу сделать зелье, а то что-то мне кажется... Изготовление, зелье... Давай, целебное. Кстати, вот зачем нужно собирать эти животных. Из них делается зелье. Может понадобиться. По-любому понадобится.
Остальных я отправила прятаться вон в ту рощу. По сигналу они атакуют. Враги и машины превосходят нас числом, но зато ярость придаст нам сил. Может быть, по-другому? Объясни. Огнежар. Они применяют его для взрывов. Так и яму эту вырыли. То есть надо его поджечь и... Бур. Так и поступим. Стоп, стоп. Не торопитесь. Давайте я сначала к ним подкрадусь. Если я их спугну, стреляйте. Хорошо. Ну, прояви себя. Так, а что мне надо сделать? Убейте сектантов и зараженную машину. Уничтожьте емкости с огнежаром дополнительно. Что-то я не понял. Можно просто сейчас же стрельнуть и все взорвется. Нет? Так, ну, делаем. Помечаем цели. Там еще далеко кто-то ходит. Слушайте, их тут много. Сектант-стрелок. Попадание в голову. Так, мне бы спуститься так, чтобы меня не запалили лишний раз. Я не помню, они реагируют на труп или нет. По-моему, мы выяснили в прошлый раз, что они не особо-то и реагируют. Кому-то из нас не повезло. Что тут еще есть? Готовься. Ни хрена не вижу. Можно, пожалуйста, включить свет? Так, что я в тебя не могу попасть-то? Спасибо. Так, кто еще? Да ну, блин. Все, всех перебили. Я не понял, выполнил я доп. Задание, не выполнил? Ну, ладно, думаю, пофигу. Интересно, как потихо перестрелять? Можно было бы, конечно, потихоньку ждать, пока не выйду, да? Может быть так? Ну ладно, думаю, не страшно поговорить. Сонный, где ты? Это не все убийцы. Точно было больше, я их считала. Идем дальше? Я готова гнаться за ними хоть до предела копья. И дальше. Слушайте, вы ранены. Мои раны не твоя забота. А где она ранена? Я понимаю вашу решимость, но вам нужен отдых. Она права, вождь. Дай ранам время зажить. Варл, что ты здесь делаешь? Да, и как ты нас нашел? Я приказала тебе остаться и защищать врата. Я и защищал, пока туда не прибыл гонец и не рассказал о встрече с Элой и о том, где ты. Врата под надежной охраной. Я должен быть здесь, с тобой. Я хочу отомстить. Это мое право. Да. Я пока осмотрюсь здесь. Может, пойму, куда пошли остальные убийцы. Мне все равно. Меня никто не слушает. Мама.
Мама. Понятно. Так, лутаемся. Это все равно победа. Да, подожди, сейчас мы их тут прибьем дальше. Отобразить путь. Типа следу. Коробочек много, надо собирать. Ресурсы не помешают. След куда-то наверх ведет. Или вниз, непонятно. Посмотреть место раскопок и идти по следу. А, раскопки, я понял. Вторая метка — это раскопки. О, что это такое? Командиры, за минувший месяц из-за взрыва пожара погиб десяток бойцов. Поэтому в Железном кольце я распорядился поместить все запасы огнежара в крытое хранилище, защищенное от искры молний, а также приставил к нему охрану. Или примите аналогичные меры, или ответите за последствия. Начальник снабжения Фиран. Хранилище с огнежаром прямо внутри лагеря. Взорвем, и мы победили. Чё-то я не понял. Поговори с ним, ждём. Кое-что узнала. Остальные убийцы разбили лагерь в Железном кольце. Вы знаете, что это? Чтоб их. Железное кольцо в руинах злости беса. Это запретная земля. Почему? Я вернусь к матриархам. Попрошу разрешения. На это нет времени. За кровь своих надо пролить кровь врагов. Если земля проклята, наша месть вернет ей святость. Богохульник. Прошу тебя, нарушь запрет. Злость беса — проклятое место. Но, может, метка Искателя нас защитит. Отправлю разведчиков. Мы соберемся возле утеса над Красным Эхом. Оттуда и пойдем в атаку. Хороший план. До встречи. Хороший план, я даже не в курсе, где это. Доберитесь до Красного Эха. А, наверное, где-то здесь они будут обитать. Что-то по пути есть еще монстр, вот этот какой-то непонятный. Тут еще шкуры собрать. А, подожди, это вот бурдюки. И это бурдюки. Что за бурдюки? Я как-то их проглядел. Давайте быстренько глянем. Кстати, когда я сделал подкат, я, наверное, бесшумно атаку провел. Они же меня еще не успели увидеть. Блин, может быть, это докачать? Давай, ладно, давай. То, конечно, полезно, но вот это докачаем. Позволит больше собирать. А, вот этот сундучок, это есть дополнительные ресурсы. Я понял, прикол. Хорошо, идем. Я, наверное, докачаю старьевщика, это полезно. Новая месть Нора. Жди. Столько заданий сыпется. А, это вот продолжение того, да? Ну да, мы по нему пойдем. Еще годи, столько всего подкрывалось, капец. Так, ну я хочу посмотреть на вот этих бурдюков. Но потом. Блин, я, кажется, увидел этого типа. Огненный бурдюк. Жесть, они большие, конечно. Я тут это расшумелся. Ё-моё! Жесть! Так, берем вот эту штуку. Берем мощные стрелы. Давай, бахай. Бахнул. Отлично. Не-не, не уходи, я ж тебя еще не добил. Блин, их тут слишком много. Куда?
куда-то, смотрите, сваливают прям за толпу своих. Они что там сейчас лечить будут? Давай, завали уже. Ладно. Ух ты. Тысячу опыта дали. О, светящаяся плетка. Мне она нужна была только фиолетовая. Так, тихо. Я понял, вода тоже горит. Ну чё, валим остальных? Да. О, господи, он ещё и метеориты пускает. Я что, чуть копье не сломал? Или это у меня заблокировало как-то так? Так, это плохая практика. Тихо. В рукопашку, короче, с ними драться такое себе. Да блин, куда же его пробивать-то? Так, мне нужно что-то побольше. Так, во-первых, надо вот это использовать. Бахай уже. Сколько тут надо тебе нанести урона, чтобы ты бахнул? Так, мне кажется, надо вот сюда сделать стрелы и стрелять вот этими. Даже меня достало. Живем? Нет, не живем. Вставай, беги. Еще конь пришел, серьезно. Так, тихо. Изготовление, мне нужно зелье. Этот, конечно, нарвался. Блин, надо поохотиться, короче, за животными. Тихо. Так, давай еще огненную попробуем поставить. Может, она тебе когда подорвет что-нибудь там. Ну, кстати, она неплохо так дала. Бах. Да, взрываешься ты красиво, конечно. Может, коня зафигачить пока. Да тихо. Бежим. Нет. Блин, жесть, конечно. Но вот эти типы уже мощные. Ладно, не буду я там столько ресурсов потратил. Интересно, вернется, все не вернется. Но я, кстати, там же с него что-то собрал с одного. Предметы. Оплетку я собрал вот эту. Да, мне, короче, откатило. Ну ладно, да, и до костра откатило, короче. Понятно. Ладно, посмотрели, тема прикольная. С одним, конечно, еще можно справиться, с тремя сложнее. Не буду сейчас туда лезть. Вот, попозже.
А, я, кстати, я их даже не отсканировал, да? У меня нету их в записной книжке. Или есть? Нет, нету. Ну, можно будет вернуться там, просканировать, чтобы он здесь отобразился. Кстати, вот этот не отобразился. Я же его вроде сканировал. Ну, понятно. Ладно. Большое спасибо, что посмотрели. Не забывайте комментировать увиденное. И если вам нравится, ставьте лайки. Увидимся в следующих прохождениях. Пока-пока.